Такс, почти 12-часовой стрим окончен, 6-часовой сон тоже. Теперь давайте разберемся, что это было. 9 июня Bungie выкатывают сразу и новый сезон, и огромный анонс, связанный сразу с тремя грядущими дополнениями на 3 года вперед. Просто безумие! У меня, правда, голова кругом, но надо как-то во всем разобраться и рассказать это вам. Так что давайте по порядку. Пройдемся по всему, что рассказали разработчики. От лица студии Bungie на анонсе выступили Люк Смит, креативный директор Bungie, и обычно выступление Люка или его заметки на сайте означают что-то вроде, ну уж если сам Люк обратил внимание, значит готовится что-то серьезное. Но в этот раз вместе с Люком Смитом к нам обращался и лично Марк Ноузворти, генеральный директор игры Destiny 2, так что да, что-то просто невероятно важное готовят Bungie, что ясно с первых кадров презентации. Люк и Марк начали с обсуждения трудностей работы из-за пандемии, а потом просто показали это. Вот, для чего я вас позвала. Да, трейлер нового осеннего дополнения «За гранью света». 22 сентября выходит новое большое DLC. Дополнение, которое вновь подарит нам встречу с экзо-незнакомкой, раскроет ее историю и, наконец-то, приведет нас на Европу. Спутник, которого игроки ждали еще со времен первой Destiny. Когда-то Люк Смит сказал, что история экзонезнакомки окончена. И он напомнил нам об этом, сказав, что иногда, когда ты работаешь над историей Destiny, ты натыкаешься на сюжеты, которые нельзя не развивать. Экзонезнакомка сказала, что она выкована не светом, а наша первая встреча с ней становится началом большого приключения. Люк признается, что идея создания Европы появилась у студии еще на самых ранних этапах разработки первой части, и я напомню, что по многим догадкам именно Европа должна была появиться с первым крупным дополнением, но потом ее заменили дредноутом. Европа — место, где рождены экзо, и теперь, наконец, разработчики вводят ее в игру, поскольку еще одна пирамида найдена именно там. Главным протагонистом дополнения станет падшая Эрамис. Вождь падших, что пытается отомстить страннику за то, что тот когда-то оставил Эликсне. И нам предстоит остановить ее, а также добраться до легендарного места, склепа глубинного камня, о котором слагают легенды не только персонажи игры, но и фанаты лора вселенной.
Но самый большой отрыв башки произошел во время демонстрации геймплейного трейлера к осеннему дополнению. Нам показали новые способности стражей. Темные способности. Нас столько лет кормили фейковыми утечками о скором появлении темных подклассов, что мы уже и перестали верить. Но тут сработал эффект мальчика с волками. На этот раз все взаправду. Наши стражи возьмут тьму под свой контроль. Эффекты способностей тьмы напоминают какие-то морозные силы. У стражей в руках можно разглядеть жезлы, которыми они замораживают противников, а затем разбивают их с разлетающимися осколками. Можно увидеть топорики, напоминающие ледорубы в руках у этого охотника. В общем, да, силы, которые мы получим на Европе, это силы тьмы, и их природа – мерзлота. И раз уж я сказал ледоруб, стоит ли нам ждать возвращения еще одного ледоруба? Я думаю, что определенно да. Прям вставлю на это. Новые суперсилы называются стазис, и по словам разработчиков, они встанут теперь в один ряд с солнечными, пустотными и электрическими подклассами, то есть будут обозначать новую стихию. Впервые со времен первой части в игре появится полноценная новая стихия, а значит стоит ждать не только новые способности, но и новые типы урона от оружия и новые щиты противников, новые моды и все, что обычно связано с элементальными силами в Destiny. Это изменит действительно очень многое. Просто представьте, новые моды, урона, броня... Просто... меня к такому не готовили. Люк сказал, что они будут раскрывать историю возникновения этих способностей и дадут больше инфы об этом в течение лета. Но давайте не будем фокусироваться на одном дополнении. Марк добавил, что их взгляд, касающийся развития Destiny 2, обращен гораздо дальше, чем просто на одно DLC. «За гранью света» — это начало новой эры в Destiny 2. И тут нам показывают все события всех дополнений. И заканчивается это все словами «Тебе нужно выбрать сторону, даже если она неверная», вместе с которыми нам показывают анонс дополнения 2021 года «Королева-ведьма» и дополнение 2022 года «Конец света». Да-да-да, сразу анонс на 3 года вперед. Дополнение с Саватун, королевой одержимых, и финальное, огромное дополнение, о котором я даже думать пока не хочу, потому что мне страшно. Разработчики с нескрываемым энтузиазмом говорят о том, что игра вступает в свою, возможно, самую важную эру. Эру тьмы, которая закончится неким моментом. Люк признает, что да, студия ошибалась, например, с сезонной моделью и FOMO-системой. Они уже хотят это изменить. Он говорит, что да, студия выбрала неверное направление. Он признает вину, но вместе с тем, сейчас они работают над большими вещами. Затем диалог перешел плавно в то, что ждет игру на новых поколениях консолей. И Люк Смит подтвердил, что на новом поколении игра будет работать 60 кадров в секунду при разрешении в 4К. А весь контент, что вы купите сейчас или уже купили, будет вам доступен на новой консоли. Ничего заново приобретать не нужно. Кроме того, если вы боялись, что при переходе на, к примеру, PlayStation 5, вы потеряете всю свою команду, то у Bungie для вас тоже хорошие новости. Они собираются сделать кроссплей в рамках экосистемы. То есть вы с PlayStation 5 сможете играть со своими друзьями, которые играют на PS4. И также для Xbox. В грядущем году студия сфокусируется на кроссплее на консолях, а затем... а затем будет двигаться в направлении полной кросс-платформы между всем сообществом. После этого разговор зашел об еще одной большой новой фиче. Люк начал издалека. В дополнение «Обитель теней» студия вернула в игру доработанную локацию на Луне. Они достали ее из хранилища и добавили в игру. В грядущих же трех дополнениях нас ждут полностью новые локации, на которых мы никогда раньше не были. Этой осенью Европа, а затем еще несколько. Но чтобы добавлять в игру столь большие новые локации, от чего-то нужно будет отказаться. Как и прогнозировали. Часть локации будет из игры уходить. С осени игра будет занимать, например, на PlayStation уже целых 115 гигабайт. Потому в студии создали систему хранилища. Хранилище контента. Оно будет регулярно пополняться какими-то локациями, которые не актуальны в игре сейчас.
Кроме того, оно же будет включать в себя лучший контент из первой части. И все это разработчики в случае чего смогут постепенно включать, изменять и возвращать в игру. Например, этой осенью в игре появится новый пункт назначения – космодром, который будет включать в себя налеты из первой части. Их будут добавлять в игру постепенно. Например, тот самый страйк с Эпикс Праймом, который я буквально на этой неделе показывал вам в видосе про первую часть. Но бог с ними со страйками. Люк также подтвердил, что рейд «Хрустальный чертог», то есть World of Glass, тоже вернется в 4-м году Destiny 2. И это, несомненно, навело шума среди старых игроков. Да-да, тот самый первый рейд из первой части с небольшими изменениями появится в игре вновь. Так что да, космодром и Европа появятся в игре уже этой осенью, а вслед за ними еще бог знает что из первой части. И да, я понимаю, у вас сразу возникает масса вопросов о том, как же это так, контент будут менять, убирать, а как же квесты, сюжетки для новых игроков и все такое. На все это есть ответы, и информации о новом хранилище контента довольно много. Так что я ему посвящу отдельное видео. Давайте поговорим на эту тему чуть позже, можете оставлять свои вопросы в комментариях. А сейчас плавно перейдем к новому сезону. Вы все писали в комментариях о том, что Bungie тянут и ничего не анонсируют по новому сезону. Что ж, теперь можно сказать. Ну нельзя было анонсировать сезон прибытия так, чтобы не заспойлерить ключевые сюжетные события. Пирамиды уже здесь. В первый же день мы увидели небольшие сюжетные миссии, новые фарм-активности, новый данж, который мы прошли до босса, а потом он нам своей силой в 1060 лайта дал пинка. Я это все пытался успеть освоить на стриме, отчего не спал вчера, кажется, часов 20. Но я готов исследовать этот сезон вместе с вами и рассказывать вам о нем. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели новое видео. Новые энграммы и как ими пользоваться. Новое публичное мероприятие с героем модом. Новое оружие, прохождение подземелья. Не знаю, за что взяться сначала. Но пока вы пишете, я пойду подкачаю своего перса еще немного. И затем услышимся в новом видео. Подпишись на канал, чтобы его не пропустить. До связи!